Всех приветствую, друзья! 262-й ход. И я бы еще даже не сказал, что конец близко. Нам еще много дел предстоит сделать. Очень-очень-очень много. Так, тут какой-то тупичок. Через территорию врага нам не пройти. Посредине сражения двух огромных империй нежити появляются врата Дремер, и в результате мне приходится делить свои силы, вместо того, чтобы отправлять всех на уничтожение моего конкурента и уже спокойно добивать противника. Приходится вот так вот распределять силы, что очень отвлекает. Отвлекает от победы. Добейте этого гада. Зачистим всю эту территорию. Сюда можно будет мета-телепортировать поселенцев и осваивать ее. Правда, тут такой терраформинг придется сделать знатный. Ландшафт буквально до неузнаваемости изменить. Маги! Пробегая мимо, кинем стрелу туда. Вернемся к нашему кролику-убийце. Магистры! Не делай так! Хозяева ночи! Нет, я думаю, лучше... Вот так вот. Вот так, а затем сюда. Все, здесь мы путь закрыли. Осталось как минимум два города захватить для того, чтобы отрезать им вообще сюда любую дорогу. Идите нафиг отсюда. Со своими вампирами. Жалко. Жалко паладинов. Паладинам нужно отступать. Восстанавливать их. Да-да. Вон дадим минотаврикам поработать. Паладины! Красиво. Аж два отряда вампиров разбили. Они обречены. И как там себя Криптаун чувствует? Не делай так. Мы сюда подведем еще небольшие армии и даже нанесем удар сверху. И вы дождетесь, когда мы восстановим наших драконов. Молоты наготове! Удар. Отход. Да-да. Золото наше, а этих забирайте себе. Так, ладно, тут мы защитили все, что хотели защитить, поэтому можем отводить войска назад. Теперь вот осталась территория. Здесь мы можем, может быть, справиться одними башнями, хотя вроде и сюда ведем ударные отряды. Привидения! Еще чем-то ударить, и мы закончили.
Так, возвращаем катапульту. Вот это местечко нужно почистить. Здесь урон наносится. Можете дожимать сами. Рисковать своими я не буду. А ближниками не дождетесь от меня такого подарочка. Тут вроде все тоже сделали. Что могли. Ну и теперь, наверное... Мы что, сюда ставили наших ближников, их убили? Хорошо, тогда поставим лучниц. Маги! Начнем с разрушения башенок. Наверное, они виноваты. Виновны в смерти наших ближников. Дауруса паладинов не буду. Перевод. Тебе нужны наши услуги? И на смерть. Уж очень не хочется их опять потерять. Другое дело, вот этот городок. И занимаем его. Старейшие. Изящно сделали. Подавляем вампиров. Правда, опять попадаем в передрягу. Городов тут еще много захватывать, но определенный задел хозяева ночи уже есть. Сейчас главное издалека закидать все, что может сопротивляться. Старейшие. Не делай так. Да-да. Восстанавливаем. Пока стоим. Обречены. Станем на защиту. И где опасность может быть здесь? Опасности вроде нет. Тогда назад в города. Стойте здесь. До врага не дострелить. Магистры! Эту территорию нужно по-любому вычистить.
а затем опустить. Но опущение земель уже на следующем ходу будем делать. Приказы, сэр. Полный вперед. Разбить. Да, капитан. Еще один удар. Энцы. Милорд. Делай так! И мечи будут петь! Давай, дружище, сюда. И аж 9 построек. Среди которых порт, рынок. Что здесь у нас выгоднее всего построить? Ловушку маны, может быть? Магическую башню. Особняк вампиров, чтобы пополнять их число на всякий случай. Рынок. Ремесленный квартал. И тыквоферму. Попробуем добить. Тоже такое местечко очень раздражает, потому что приходится идти в обход. Иди тогда сюда. Все, теперь точно конец хода. Но не убили. Просто гоним его. Есть. Удалось нанести урон и покончить с еще одной таракашкой. Угу. Паладины! Они обречены! Хорошо, практически своими силами справились. Эльфийские лучницы! Это золото тоже хочется себе забрать. Не оставлять его конкурентам. Время оплатить по счетам. Мы справимся без помощи лишних.
бойцов. Остальных просто поведем дальше на фронт. Паравеллус! Потопим его. Приказы, сэр. Да, капитан. Будем аккуратны, нам очень важно как можно быстрее захватить Грейкип. Для этого будем использовать наше дальнобойное орудие. Тридцать девять, 18. Ну все, последняя сила. И следующий ход, я надеюсь, будет как раз тем моментом, когда мы перехватим это поселение под свой контроль. Правосудие здесь! Твои верные слуги. Паладины. Но дальше походить не смогут. К сожалению. В города. Привидениям остается только одно — защищать города. Может, тут ты сможешь основать город. Так, что я хотел? Опустить здесь местность. И тогда мы сможем очень даже комфортно магистры! Пересечь этот участок. И побыстрее прийти на защиту. Вайкер! Так, еще один. Для защиты переправы юнит. Да-да. Справимся ли мы двумя драколичами, но попытаемся. Плюс нам помогут немножко наши маги. И если не будут мешать минотавры. Правосудие здесь! Мы готовы! Так, на защиту. В принципе, может и дракон вернуться помочь. Маги! Хорошее попадание. И просто да-да. Убийство. С врагами здесь разобрались. Теперь
Настала очередь следующего поселения. Не делай так! Занимаем его. И нас совсем немного отделяет. Теперь территории от границ. Старейшие. К следующему развичу. Сила отряда. Паладины стоят здесь. И еще один корабль для нашего флота. Так, 6 построечек. Что же здесь будем строить? Рынок. Изуродованная территория. Просто изуродованная. Вулканами. Я бы сначала опустил здесь земли. Холмы это уже другое дело. И теперь их можно чистить. Я смотрю, золото. Ну и для моноферма место есть. Дальше, я думаю, не пойдем. Будем заниматься вот этой территорией. Да-да. Так, с рогом мы здесь покончили. Остаемся. Да-да. На границе идем здесь работать в защите. Кому надо исцеление, пусть исцеляются. И возвращаются в город. Иди. Мы не можем основать здесь город. Хорошо, тогда подождем, пока эта территория будет расчищена. Да? И вперед! Стоять. Контролировать ситуацию. Эти рады! Тоже стоять.
Теперь это точно конец хода. Я бы с удовольствием оставил их воевать друг с другом, но дело в том, что пока я нахожусь на границах моей армии, там же, я теряю свои войска. То есть эту угрозу я просто-напросто не могу проигнорировать. Так, мне кажется, что пока мы вот то вот кудло не разобьем, результата не будет. Будут появляться все новые и новые тараканы. Магистры! Можем отступить разве что чуть-чуть. Эх, так бы мог добить. Ждет! Не знаю, чего ты ждешь, но я тебя никуда не звал. Разлетаемся в стороны, чтобы уступить место тварям покрупнее. И за два хода мы одолеем это местечко. Не делай так! Маги! Накидал на них различного рода брони и восстановления. Они у меня, к счастью, еще ни разу не умирали. Очень хорошее время. Хотя еще очень низко опытные. Сколько у меня еще? 818 золотых монеток осталось. Наши мечи будут петь! Паладины! Удар! Прогнать их отсюда. Так, все, атакующее должно быть истреблено. Разберемся сначала свет с ними, ждет! А потом с самим городом. Тут просто дальнобойная атака. И захват. Правосудие здесь! Итого отделяем одну часть от другой. Здесь остается 1, 2, 3, 4, 5 городов. Это наша добыча. Но если он согласится на перемирие, я не против. Мне. Они обречены. Спешить некуда. Да и я хотел бы парочку своих отрядов воскресить и восстановить свои силы. Тут хороший горный перешеек отделяет армии врага от моих. Я могу себе позволить не переживать о том, что мы будем конфликтовать. Да, капитан! Да, капитан. Сильнее удар. Мы несем ее гнев. Что нужно сделать? Мы готовы.
Пододвигаемся отсюда. Тут тоже у нас идет постоянная борьба. Они создают, мы уничтожаем. Но тут есть определенные помехи. Хозяева ночи. Ты сюда пробился? И можешь, кстати, помочь разбить вот этот городок. И тогда наши армии соединятся вместе. Не делай так! Регенерация. Хорошо, бери регенерацию. Так как у него иммунитет, тебе нужны наши услуги? Отправляю его в бой. Подождите, у меня еще тут, по-моему, один отряд крепости сидит. Теперь спокойненько может действовать. Так, 7 новеньких построек. Твои верные слуги. Куда идем? Тут есть портальный мир. Портал, точнее, в другой мир. Можно собирать здесь отряд. Я думаю, чтобы задавить нашего конкурента, мы достаточно сил туда свели. Настало время возвращаться. Истры! О, уже на подходе наши они воины. Они обречены. Так, вы основали новый город. Покажи нам цель! Не делай так! Стоять. То же самое. Хоть на чуть-чуть, но подвиньтесь. Приоритет на восстановление. И добиваем. Улети. Стоять. И вперед! Хозяева ночи. В каждой клеточке у него здесь кто-то есть. Здесь! На защите. Будьте на защите. Восстановление. Что еще я вам прикажу? Ну, тут мне не пробиться. То есть, на защиту поставить могу. Просто в город. Вы тоже оставайтесь на защите. Тащить вас куда-то далеко не буду. Вы тоже стойте на защите. Так же, как и вы. И... Ну, а вас хочу попробовать в бою. Что вы из себя будете представлять? 7,6 золота. Порт умножит поступление в казну.
Здесь 24 золота, банк тоже. На 50% повысит эту сумму. Давайте построим магическую башню. Потому что я вижу, что тут их аж 5. Гильдия разбойниц, и через нее пойдем по пути поступления золота. Мастерская чародеев. Давайте, очень даже согласен. Гильдия разбойниц. И башня. Пусть будет магический полигон. И теперь куда будем расходовать ману? Хотелось бы убрать недостатки рельефа, которые мне больше всего мешают. Их просто уйма. Просто уйма и везде. Но, наверное, сначала те недостатки, которые мешают основывать новые города. Отменить, конечно. Равнины, какие хорошие земли. Да? Поселенцы! Здесь уже местность немножко повыше. Мы использовали всю нашу магию. Да, 265 ход. В принципе, магия у нас прирост хороший, но при этом мы тратим, тратим и тратим. Тоже очень немало. Даже боюсь заглядывать в список отрядов, которые нам нужно будет воскресить. Ты хочешь говорить со мной? Нет, отмена пока что. Оставим ему с десяток городов, себе заберем еще 5. Ну, вот такие вот у нас планы, в принципе. Якорей мы разбили 5 из 10. Еще 5 нам предстоит найти и уничтожить. Да, наверняка они скрываются еще в неоткрытых мирах. Как минимум половина неоткрытых миров нами не посещена. То есть еще работы и работы, друзья. Что ж, желаю вам удачи и играйте в свое удовольствие. Всего хорошего.